Говорит Москва. В эфире лаборатория русской кибернетики. Ее заведующий Александр Киреев. Ничего личного, ничего лишнего, ничего страшного, больше ничего. Когда стараешься ничего не сказать, то получается слишком много и долго. Сначала пишешь одно, потом стираешь, снова пишешь и удаляешь. В итоге получается что-то такое совершенно другое, чем задумывалось в самом начале. Краснодарский музыкальный продюсер Дмитрий New Gravity в конце 2021 года с особой таинственностью организовал сбор денег на свой новый альбом, а теперь выпускает его только на Bandcamp под названием Nothing More. Заглавный трек с одноименным названием разбит на несколько частей, каждая из которых общается с соседней, продолжает, подхватывает инициативу, либо отменяет ее. Абсолютное ничто, черная дыра — это не отсутствие всего, а наоборот, максимальное сосредоточение в одной пространственной точке непостижимого разнообразия, которое не укладывается в обычные рамки нашего понимания. Поэтому и подход к нему должен быть особенным, многосоставным, немножко тревожным. New Gravity и композиция Nothing More. Познаем отсутствие всего в максимально полной мере.